Ни дня без доброго дела. Под таким девизом в Самарской области живут десятки тысяч молодых людей. Волонтеры активно участвуют в проведении больших праздников, спортивных соревнований, помогают ветеранам и инвалидам. На вопрос, зачем им это надо, ведь денег за это не платят, отвечают просто. Ты хоть и не получаешь какую-то компенсацию, в смысле моральную, то есть не моральную, а материальную, то есть тебе не платят, но ты получаешь от этого компенсацию моральную. Форум добровольцев проходит уже в 14-й раз. На одной площадке собираются волонтеры со всей области, чтобы пообщаться и поделиться опытом. Это очень ценно, что у нас в городе проходит этот форум. Что на одной площадке могут собраться со всей области ребята, которые участвовали во многих мероприятиях, которые хотят дальше развиваться, которые хотят дальше получать опыт, знания. В этом году на форум приехали не только опытные волонтеры. В свои ряды приглашают и новых добровольцев. Открыты 6 тематических площадок – социальные, патриотические, образовательные и событийные. Принять участие в параде Победы, провести благотворительную акцию, отправиться с ветеранами в круиз – выбор огромен. Каждый получает ручку, где есть контакты, телефон. И сегодня много некоммерческих организаций, государственных организаций представляют свои проекты, и ребята могут определиться, где их душа, время, их настроение – сколько времени им хочется, и они определятся и сделают заявку. Мы успешно, благодаря волонтерам, провели Олимпийские игры, Паралимпийские игры, провели много других мероприятий. Я уверен, что чемпионат мира 2018 года также мы проведем. И в этом свою лепту в обязательном порядке, без этого никак нельзя, внесут волонтеры Самарской области. В завершении форума самые активные волонтеры области получили благодарственные письма от правительства. Лариса Шалафаст, Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События.